Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Извиняюсь за долгое отсутствие, все комментарии видел, но ответить, к сожалению, не мог. Надеюсь, заскучать вы не успели. И маленькая ремарка. Стримы, к сожалению, я пока проводить не могу. Но как только появится возможность, мы сразу вернемся к совместному прохождению. Ну а теперь я расскажу вам про новый недельный сезон, который продлится с 7 по 14 ноября. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете TVR Tuscan, а за прохождение на 80% Koenigsegg CCX. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Aston Martin Van Huyck 17 года, а за прохождение на 80% Porsche 718 GTS. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевой гонке в поселке Бродвей вы получаете Volkswagen Notchback. За первое место против драйватаров уровня опытный в зимнем чемпионате сообщества вы получаете Subaru VRX 4 года. За первое место против драйватаров уровня опытный в уличной гонке Друэнский рывок вы получаете BMW E92 M3 GTS. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном спринт-кроссе в Бару Бамбара вы получаете Peugeot 205 Forza Edition. И за первое место в чемпионате зимних игр вы получаете мини-багги. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новые сезонные выходки. Первая выходка называется Old Weir. Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 248 км в час. Здесь подойдет автомобиль с хорошей средней скоростью и отличным управлением. Я прошел это испытание на экстремальной игрушке Volkswagen. Следующая выходка называется Calton Hill. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 274 км в час. Здесь подойдет практически любой автомобиль с хорошей максимальной скоростью. Я прошел эту выходку на Ferrari 599XX. Последняя выходка называется трамплин в Грязьфилде. Это знак опасно, в котором вам необходимо набрать 215 метров. Здесь уже придется немножко попотеть. Тут важно взять хороший разгон и оптимально попасть в трубу. Ну а я по традиции прошел это испытание на Rally Fighter. С сезонными испытаниями все, теперь расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Схватка марок». Для его выполнения вам понадобится автомобиль BMW M3 5 года или Audi RS4 6 года. Но все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «На шаг впереди». Для его выполнения вам понадобятся полицейские радары. Но потребуется от вас получить 12 звезд за эти полицейские радары. Следующее испытание называется «Трек-день». Для его выполнения вам понадобятся заезды шоссейной серии. Ну а потребуется от вас выиграть 3 заезда шоссейной серии. Последнее испытание называется «Впечатляющее выступление». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику выпендрёж 3 раза. Техника выполняется в гонке путем комбинирования техники дрифт и бок о бок. Говоря простым языком, вам необходимо обгонять соперника в дрифте. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить легендарный синий гоночный костюм и легендарный красный гоночный костюм. А также эпический автомобиль Audi Sport Quattro S1 за 350 очков. Но главный приз за этот форзафон – это редкая лянча Delta Integrale Evo за 400 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь написать комментарий о том, как у тебя дела, поддержать меня лайками, если рад, что я вернулся, и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!